Всем приветик! Наш первый день — детский садик. Мы пришли. Немножко вам поснимаю территорию. Беседочка. Вот там детский садик. Вот там вход за деревом у нас. Ну, здесь песочницы прикрывают, и не деревья растут, качельки всякие. Он, кстати, Давид. Сейчас мы вам крокодильчика покажем. Вот там поближе. С этой стороны еще песочница. Иди крокодильчика покажешь мне, иди. А вот тут в кустиках лежит крокодильчик. Видишь? Садись, покатаемся на крокодильчике. Садись. Ух тышка. Ты его покормил травкой? Не покормил. Почему? Потому он не хочет есть. Не хочет? Он наелся кашки, да, наверное? Да. Так. Не наелся. Не наелся? Так, ну вот наш вход в садик. Что, будем заходить? Переобувать, да, тапочки? Всем приветик. Вот мы пришли первый день с садиком. И пока Давид будет неделю ходить по часу в садик, так принято у них почему-то, я за этот час успела сбегать, забрать посылочку. Тоже для садика сейчас сделаю вам распаковочку, покажу кое-что, ну, кое-что, что я купила из вещей для детского садика. Также там еще потом попозже вам покажу. Там чешечки купили в детский садик. Пока недельку мы ходим по часу. Сегодня у нас был первый день. Ну, вроде как ничего. Давид не плакал. И шли в садик, не плакал, хотел. И с садика возвращались. Тоже вроде бы как не плакал. Ну, все нормально. Как бы настроение хорошее, веселое. Сейчас открою вам посылочку, покажу. И еще дальше кое-что немножечко покажу. Покажу список, какой нам дали в садик до 1 сентября. Сегодня у нас 9 августа. И до 1 сентября мы денежные взносы в садик не делаем. В нашем садике не делают. А нам дают список, там канцтовары, всякая дребедень, которую нужно до 1 сентября принести на учебный год. В общем, все это я вам покажу сейчас. Вот пришла наша накладная, вот собственно говоря, сама посылочка. Значит, что здесь? Я номер телефона так закрою. Значит, шорты для мальчика синие, кулер 50 гривен 76 копеечек. Потом пришла футболка детская, голубая, зеленая, две штучки. Одна голубая, одна зеленая. Стоит 34 гривны там с копеечками, одни шортики. Потом костюм для мальчика пришел, голубой, интерлок, 124 гривны. И костюм для мальчика серый со штанниками. Там футболочка с длинным рукавом и штанники длинные, 157 гривен там с копеечками. Всего вся посылка получилась на 400 гривен, ну, плюс доставка. Так, вот такие шортики. Всю одежду для садика я заказывала с трикотажа. И вся нижняя одежда на манжетах, на резинках, как бы, чтобы не было кнопок и пуговиц. Это просят все воспитатели, как бы для удобства ребенка лучше без кнопок, без змеек, без пуговиц. Вот такие шортики миленькие. Впереди такая аппликация, как резиновенькая. Прикольно. Они такого темно-синего цвета. Шнурочек. Впереди резиночка. Два карманчика. Вот вам Давидик, пожалуйста. Дашка, тебе в садике понравилось? Да. Да? Сильно-сильно понравилось? Завтра еще пойдем в садик? Пойдем. Пойдем, говорит Давидик. Сзади они однотонные идут. А где мой крокодил? Крокодил? Крокодила мы еще не заказали. Крокодил еще будет. В общем, вот такие одни шортики в садик. Это одни. Пришли также вот такие две одинаковые футболочки. Одна голубенькая, одна светло-салатовенькая. Вот такие вот футболочки. Сзади они, сзади и впереди с Микки Маусами. Это обычный хлопок, тоненький. Вверху на резиночке
горлышко, тоненький обычный, без пуговиц, без кнопок, без ничего. Вот такие две футболочки в садик. И также пришел еще один костюмчик, шортики с футболочкой. Шортики коротенькие, тоже здесь с карманчиками, пояс на резиночке. Сзади карманчиков нет. Он, по-моему, черный. Я заказывала вроде бы как темно-синий, но это, по-моему, черный цвет. Ну, такие простенькие с карманчиками шортики. И к ним вот такая вот футболочка идет. Кстати, футболочка такая, можно сказать, не совсем легенькая, плотненькая. Вот такой Лева нарисованный. И он здесь у него любит. Ушки. Смотри, Давид, какие у него здесь ушки. Сзади просто однотонно. Вот такой костюмчик с шортиками. И еще один костюмчик пришел, штаны с регланом. Но, как оказалось, этот костюмчик очень большой. Вот такие штаники внизу на манжетах, сверху на резиночке. Серый трикотаж тоненький. Ну, тут такие на коленках крестики. И к ним трикотажная тоже черная с мишкой футболочка. Но оно очень большого размера все. Так, какая-то ниточка. Вот такое. Кстати, фирма всей одежды всей называется Деми. Вот такая футболочка с длинным рукавом, с хлопка. Здесь две кнопочки. Сзади просто обычно черная. Вот такой костюмчик. Мама, полосу подай мне. Вот такой вот костюмчик. Ну, скажем, это все нам подходит. Вот этот костюм с короткими шортами, две футболочки и одни шортики подходят. А это нам, наверное, может быть на осень, а может быть даже и на весну следующего года. Вот этот костюм со штаниками. То есть я думаю, я закажу такой же размер у них, только на размер меньше немножко нужно заказать. Потому что костюмчик мне, в принципе, очень понравился. И цена такая демократичная. Мама, вытащи, пожалуйста. В общем, такие у нас обновочки. Вот. Все. Кстати, забыла показать вам фирму. Название вот этого производителя этой одежды украинская. Вот так вот она выглядит. Сейчас вот здесь покажу, чтобы не светилось. Сейчас фокус ставлю. Деми, костюм для мальчика. Ну, в общем, вся фирма одинакова для одежды. Вот размеры наши. Номера телефонов их не. Вот так вот выглядит. Так, у нас сейчас костюма. Его померили. Костюм вот этот с длинными рукавами, футболка и штаны с длинными. И штаны с длинными. Длинные, короче, штаны. Нормальными. Потом смотрите, вот еще вот такие чешечки белые. Садик тоже нужно отнести. В то время стоит у нас 16 размер. 16 это длина стопы. Потом покупила, вот одно у меня осталось, такие два полотенечка для рук я еще отнесла, одно дома осталось. Потом еще отнесли одно полотенечко для ног, потом еще отнесли. Обувь я вам не показала, сменную тапочку, сменную. Потом отнесла одну футболочку с коротким рукавом, шортики коротенькие, носки одни, пару трусиков отнесла и теплую кофточку с кринкелем. Ну вот, пока все. Вот такое. Потом в следующем видео я вам покажу, какие комптовары там нужно купить было для садика в 1 сентября. Ну, пока вот такой вот для садика мы купили. Все, всем спасибо, всем пока-пока. Спасибо за просмотр.